Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, любители футбола. Мы рады приветствовать вас на первом туре ЛФЛ, Тарсан Меджидовский Исток. И погнали! Начну я быстренько с состава. Бахру и Бекенез, как говорят у нас в ЛФЛе, товарняк. Удар по воротам рядом со штангой, все контролировал. Голкипер Бекенеза. Футболиста Бахру, это шестой номер, одного к другому. И врывается сейчас в штрафную, и можно открывать счет. Удар по воротам, ну какой момент сейчас был у Джапа. Дежавю сейчас нашло на меня. Практически такой же штрафной он исполнял. А сейчас пробил намного лучше, намного лучше. Закрутил в дальнейшем моменте. Не стал. И как красиво. Финт за финтом и можно бить. Но решил дать передачу. Отсюда удар в ближний. И отворот. Отворот очень. Пошла передача вперед на Хакимова. Ошибка. И полетела вперед Бахру. Передача в целом. Ой, какой пас и гол забивают. Закрывает счет Бахру. 88 номер. Это Гусейнов Газимагомед. Но там с фланга-то какой. Что ж. Возобновляем. У нас на Анжи-арене. Можно играть, показывает Меджидов. Удар по воротам Джапарова Магомедали. И... мяч у Гаджиева. Что будет делать Зайналбек? Разорчик пробивает под перекладину. Зарядил как Зайналбек сразу же. Продолжается атака. Бахру, подача и 2-0. И 2-0, вы знаете, обратный пас. Обратный пас. В моменте с первым мячом отдавал 99-й на 88-го, а сейчас вернул. Но не грубо. Хакимов в центре. Можно бить отсюда этому парню. Пробивает он. Ой-ой-ой. Подмышкой пролетел мяч у вратаря. Показалось мне, что залетает он там.